Пойдем гулять. Пойдем. Царица, это наша царица уже голос подает. Девочка моя, отошла, уже все хорошо. Всем доброе утро. Сегодня уже день 3 февраля 2021 года. И наши чихуашечки гуляют. У нас очень тепло. Я, как обычно, по летнему шортам, шорты, майка. Потому что у нас на улице сейчас, ну, на солнце, наверное, градусов 20. А в тени 16. Очень тепло. Так что у нас сегодня гуляльный день. Вот. И наши чихуахуа. А ну, брысь! Передают всем большой привет. Желают хорошего дня, прекрасного настроения. Это Анфиса. Тоже передает привет. Это Жасмин. Радуйся. Юля, Юлиана. Кока начинает вылазить такие вот травинки зеленые. И собаки их очень любят кушать. Это Феодосия уже подросла. Хочу для гостей моего канала сказать, что вот из этих собак у нас никто не продается. Питомник наш называется Кастропула. Питомники у нас только чихуахуа. Других пород нет. Мы держим другие породы, но в разведении у нас только чихуахуа. Вот. Всех деток, которых мы предлагаем для резервирования по возрасту, либо для продажи, есть на моих страничках. О каждом щенке я могу рассказать подробно. На данный момент лично у меня детки маленькие, подрастают, 3 недели, 2 недели. В общем, малыши, которых можно уже резервировать, а забирать не ранее, чем после первой прививки, после получения документов и, ну, актировки и хотя бы первой прививки по договоренности, если в другие регионы, после второй прививки. Но это все мы оговариваем индивидуально. Есть мальчики, есть девочки. Те, которые щенки готовы к переезду, я их тоже показываю. Это дети от моих кобелей, и они живут не у меня. Если вам нравится щенок, я дам полную информацию по вашему запросу. Фото, видео, мама, папа. И дам контакты заводчика, который непосредственно с вами будет общаться дальше. Я имею отношение только как владелец папы этих щенков. В остальном финансовые вопросы по тем щенкам, которые готовы и предлагаются, я не веду эти разговоры. Я могу вам сказать, сколько хочет хозяин, за сколько хочет продать. Все остальное вы сами обсуждаете. Я никаких денег и процентов с этого не имею. Просто показываю наших детей. Здоровых, красивых, породных. Вот от этого мальчика, от нашего чемпиона мажорика, есть дети. Но у нас от всех трех есть дети. Так, вот Елисейка. Елисей, покажи нам свою мордашеньку. Очень много сейчас деток родилось. В курносиках красивеньких. А тут Елисея и Филечка. Филипп, Филипп, иди сюда. Это тоже вот эта Елисея, доченька. Феодосия, она не продается, ей 4,5 месяца. Она остается у нас. Вот Жасмина, дочь нашего Филиппа. У нас тоже дочки, дочки. Те, которых мы оставили себе в разведение. По поводу мальчиков и девочек. Мне, в принципе, не важно. Если вы берете для души любви и обожания, то не важно, кто-то у нас украл вкусняшку. Дай сюда, нельзя на улицу выносить. Не важно, кого вы возьмете, мальчика или девочку. Мальчики и девочки ласковые. И по характеру все будет зависеть от вашего воспитания. Но сразу скажу, что щенки у нас не истеричные, не гавкучие. А все остальное, все, что вы вложите, то и получите. Вот. Девочек для разведения мы не продаем. Сразу вам хочу сказать. Так, вот хулиганы выносят вкусняшки на улицу, а потом овчарка их съест. Девочки стандартного размера чаще всего остаются либо у заводчика, либо в питомнике для дальнейшей работы племенной. Мальчишки продаются, есть и мини, и стандарт. Девочки, пока мы не видим размера, маленькие. Ну, то есть вот сегодня моим девочкам только 12 дней. Я еще пока не могу сказать, будут они маленькие, мини, мелкие, либо стандартные.
в этом возрасте еще даже понять тип шерсти нельзя. Вот, поэтому интересуйтесь. Есть девочка, открыта для резервирования 23 недели стандартного размера. Но, скорее всего, она будет продаваться. Кому интересно, интересуйтесь. Кремового окраса, белокремового. Да, вот такие вот девчонки и мальчишки гуляют. И все в одной куче скажу. Мне пишут, что у меня некачественные видео, прошу прощения. Я снимаю свои видео на телефон, обычный, самый простой, к Xiaomi. Планирую, конечно, покупку нового, как будет возможность. Но я не готовлю видео, не пишу никакие заготовки. Все снимаю как есть, собачки бегают, гуляют. Вот, поэтому уж простите. Я не профессионал, и мне, в принципе, особо некогда учиться этому, у меня есть другие занятия. Поэтому по запросу сниму видео по каждому щенку, который продается, без проблем. А так, всем всего доброго, до новых видео, до новых встреч. Пока! Большой привет из теплого-теплого Крыма. 3 февраля 2021 года жара. Это наша Чикуся. Ей уже 11 год, спанелька. Ты уже с нами гуляет. Да, моя умница. А гуляет она вот что хочет. Вот. Нет, милая. Это вкусняшки, погрызушки для чистки зубов наших чихуашек. А вы их едите. А мы это не едим, а просто грызем. Всем пока.